Всем привет! Сегодня у нас на разборе уже состоявшийся проект под названием Питчайн. Питчайн – это проект, который был запущен еще в прошлом году, в 2018-м, тогда у них проходило ICO. Сейчас их токен торгуется на CoinMarketCap, вы можете его найти там. Он торгуется на многих биржах и с очень большими объемами. На данный момент цена токена хорошо просела, и я думаю, что это самое время как раз таки его закупить. Ну а почему я советую этот токен, я сейчас попытаюсь вам рассказать. Во-первых, что такое Питчайн? Питчайн — это первая в мире, собственно, многоканальная система, поддерживающая Ethereum Virtual Machine, которая представляет собой программную инфраструктуру, лежащую в основе контрактов смартфон Ethereum. То есть протокол Питчайн будет более быстрым и масштабируемым, чем любой другой блокчейн. И также пользователи из EVM смогут переносить существующие DApps и строить новые в протоколе. То есть структура будет иметь основную цепь и различные подцепи, так же как в Rootstock. И когда будет создан DApps или, скажем, новый смарт-контракт, будет создана соответствующая боковая цепочка. Да, сейчас вам, наверное, сложно это понять, если вы не крутитесь вообще в сфере блокчейна. Но Питчайн — это новая технология, которая хочет произойти все другие в этой сфере. И поэтому они собрали самую лучшую команду и как раз таки работают над проектом. Скоро они запускают майнет, поэтому я думаю, что цена их токена должна очень сильно вырасти. Поэтому я предлагаю вам вместе со мной перейти на сайт и ознакомиться с проектом уже более детально. Ну вот, мы с вами и на сайте. К сожалению, русского языка нету, да, команда из России, из Китая, поэтому я перевел переводчиком, так что не придирайтесь тут к словам. Ну что ж, надеюсь, суть проекта вы уже поняли. Ну что же будет еще входить в проект Питчайн? Ну, во-первых, это смарт-контракты на основе смарт-данных и перекрестной цепи, то есть смарт-дата — это новая инициатива Питчайн, которая представляет собой новый механизм Oracle, то есть для аннулирования ограничения знаний в смарт-контракте. И также смарт-контракты Питчайн могут быть легко вызваны с другими токенами ERC-20 с помощью представления инструментарий. И также у них будут динамические торги и безопасное делегирование. То есть динамические торги и безопасное делегирование позволяют выбору валидатора более справедливы и обеспечены переключатели эпохи. Далее мы видим, как будет все у нас сделано, да, то есть распределенный искусственный интеллект, распределенные вопросы-ответы и транзакции больших данных. Также операции с цифровыми активами, обеспечивая надежные записи для операций с цифровыми активами. Игра, установка правила для игры, чтобы избежать обмана, и нотариальная система, обеспечивающая основу для обещания, которая не может быть изменена. То есть все это у нас вот так будет сделано. И отслеживание социальной сети, и запись всех слов, которые были сказаны. Все это будет входить в проект Питчайн. Далее, дорожная карта. Ну, уже сразу вам скажу, что у нас майнет запущен. То есть есть вот видео, можно также посмотреть майнет. Да, что еще у нас из новостей? Ну, главная новость — это, конечно же, майнет, да. Он был запущен уже 30 марта. И можете уже скачать их кошелек. Ссылочку я, наверное, тоже оставлю под данным видео. Ну и здесь также есть инструкции, как все сделать, да, системные требования, как стать узлом печати валидатора, также динамический механизм соединения выхода
Ну и все такое, да, то есть ссылку тогда я оставлю вам на Medium, а там вы уже это найдете и разберетесь совсем, я думаю. Что у нас по команде? Хотя нет, давайте сначала посмотрим по дорожной карте, что у нас в ближайшем будущем. То есть в середине года, это 2019, расширяет возможности графознаний, блокчейн данных, поддерживает внешний интерфейс разработки. Ну а к концу года представляет несколько блокчейн-проектов для формирования блокчейн альянс. То есть дорожная карта у нас расписана до 2019. Ну, в дальнейшем я думаю, что она будет, конечно же, добавлена. То есть проект уже, как я и говорил, устоявшийся. Торгуется на многих биржах. Как мы видим, цена его на данный момент очень сильно просела, да, только за сегодня это 10%. Но объемы очень большие, то есть на Амбите это почти 3 миллиона, на Битриксе 2,2. То есть сейчас самое время как раз таки его подбирать. И я думаю, что в дальнейшем цена вернется хотя бы к 0,1, а это уже почти 10 иксов. Поэтому думайте сами, но для меня это очень перспективный проект. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.